Друзья, всем привет! Сегодня у нас такая рыбалка, короче, не получилось. Сейчас мы с племянником тут выехали на снегоходе, на промаксимке. Поставил палатку. Вот вырубили майну. Хотел сделать перемет, поставить перемет. Мы уже начали делать, все, пошел процесс. Вон лунок сколько набурили. Вот. Лунки от майны. Короче, у меня не получилось протянуть шнур, потому что подвела проволока. У меня нет нормальной проволоки, арматуры. Надо нормальную арматуру. Вот. Вот такая проволока. Короче, это не дело. Надо нормальную арматуру. Из-за этого не получилось поставить прогон. Думал, перемет хоть один поставлю. Надо где-то найти нормальную, хороший, толстый, там, шестерку арматуру. И потом буду заниматься. Буду ставить переметы. Ну, хотя это первый раз делаю. Снасти у меня готовы, все готово. Но сегодня мы поставили палатку. Я сейчас тестирую обогреватель для гаража, вот как его называют, еще фен. Так, на улице у нас минус 10. Тестирую обогреватель для гаража, ну, в палатке. Сейчас повесим туда этот градусник. Уже установил, все поставил, сейчас покажу. Все работает. От печки трубу поставил, ее немножко обмотал, ну это временно, немножко обмотал асбестом, чтобы не грелось. Вот. Как-то тепло уже там, плюсовая температура. Как-то прошлую рыбалку мы ездили, я стоял вот здесь вот, обогреватель вообще был на улице. И кофры вот эти вот, 4 штуки туда, в палатку запихивал. Ну, было в палатке плюс 5 градусов где-то. Она уже, наверное, часов 5, наверное, херачит. Не знаю. Ну я так вот вывел трубки в палатку в саму. Вот, ну, спали ночью. Всю ночь он тарахтел, ну, почти всю ночь. Под утро аккумулятор сдох, поехали на снегоходе потом. За другим аккумулятором поставили, и опять он работал, все нормально. За ночь где-то, ну, литров, наверное, 7 ушло за ночь солярки. Вот, и купил еще теплообменник, но я его пока не поставил, не буду ставить. Потому что подставку не сделал, я так на всякий случай его взял. Чтобы тепло не тратилось, вот здесь выхлопные газы будут проходить. Вот, купил штуцера специальные. Вот, сделал для него подставочку, чтобы он вот так вот стоял. И как еще батарея будет служить, обогревать палатку. Вот, сейчас зайдем, посмотрим в палатке, какая температура. Там у меня, так, где тут замок. Ну, хотя вот открыто даже чуть было. Я градусник повесил наверх. О, Тимоха тут скучает, племяш. Передай привет всем рыбакам. Вот, вот так установил выхлоп, удлинил, ну, купил длинный выхлоп, он у меня и то сломался напополам, ну, его как бы хватает. Вот, он сильно горячий, лучше, конечно, чтобы он не соприкасался с полом. Вот, сейчас мы без пола, тут у меня пола нету, я не взял утепленный пол. Это чисто тест, в тестовом режиме. Вот, купил аккумулятор, купил крокодилы. Надо это все дело довести до конца, до ума, чтобы было все удобно. Вот, температура сейчас там, сейчас, так, 27 выдает, 28, но рука не держит. 10 секунд буквально где-то, да, все уже горячо, прям капец горячо. В палатке вообще тепло, в палатке уже, так, 17 градусов. Да, плюс 17 на потолке. Вот, ну, как бы
такой процесс экспериментальный. Выехали, рыбалка не получилась, зато получился эксперимент с этим обогревателем. Ну и подставка вот такая. Это у меня с 5 печки, временная подставка. Ну, мне кажется, она нормально будет до следующего применения. Если поедем зимой еще на рыбалку с ночевкой. Вот. И единственное, что вот сам выхлоп, если без этой подставки будет, то, ну, будет соприкасаться с полом. Лучше, конечно, этого не допускать. Вот его надо выше ставить. Вот. Так бы какую-нибудь придумать там, подставки, ножки. Ну, может, что-нибудь придумаю когда-нибудь. Ну, вот так нормально, тема. Так, ну, бака хватает примерно на всю ночь. Здесь бак, по-моему, 5 литров. Может быть, меньше, не помню. Надо в инструкциях почитать. Вот, если экономный режим, вот я на четверку сейчас поставил. Вот пятерка, четверка. Он, в принципе, разогрелся уже. Вот на тройку. Сейчас он потихоньку будет уменьшаться. И в этом режиме солярка будет намного медленнее заканчиваться. И, скорее всего, на бака будет хватать надолго. Вот, кстати, до сих пор горячий. Нормально вообще тема. Хорошая. Можно в автомате поставить. Вот шестеренку нажимаем. Выставляем температуру. Если он догонит здесь температуру 27 градусов, он будет потом убавляться вентилятор. Ну, сама подача солярки будет уменьшаться. Вот. Но лучше в режиме, мне кажется, в ручном. Когда палатку нагреешь, ее можно уже так регулировать. Ну, есть пульт еще где-то в кармане у меня. Можно пультом, чтобы не ходить в палатку. Ну, да, я расстояние не замерял, сколько берет расстояние от пульта. Блин, далеко в кармане просто. В прошлых видео я показывал пульт, как можно привязать к самой панели. Ну, сейчас потише. Ну, блин, горячо. Тише, но горячо все равно. И вот так будет экономнее. Вот. Лучше, конечно, ручной режим, когда палатку нагреешь. Не нагрелся. Труба сама горячая, прям реально горячая. А вот здесь в этом надо обмотать нормально трубу асбестом. Вот. А так нормально. Вообще асбест не нагрелся. Тепленький, еле-еле. А сама вообще горячая прям труба. Ну все, вот такой вот эксперимент у нас короткий получился. Сейчас вечереет. Сейчас уже, наверное, часа 4 вечера. Сейчас будем собираться, грузиться и, короче, домой. Ну, кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, в общем, следующая рыбалка уже будет полноценная. Компании поедем, скорее всего, на двух снегоходах. Там посмотрим, как получится по времени. Как соберемся, так и поедем. Ну, это, не знаю, может быть, в марте месяце. Ладно, все, пока. Всем счастливо. До следующих рыбалок.